Сегодня, 6 августа, прошла внеочередная 54-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ходе заседания депутаты рассмотрели несколько вопросов. Главный из них – об установлении в муниципалитете дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции. Просим вас принять решение о дополнительных мерах социальной поддержки в муниципальном образовании «Северский район» в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции через пункт отбора военного комиссариата Абинского и Северского района Краснодарского края в размере 200 тысяч рублей на гражданина. Кроме того, для тех, кто заключил контракт в целях участия в СВО, доступны единовременные выплаты. Это 400 тысяч рублей по указу президента и 1 миллион рублей по решению губернатора Краснодарского края. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, были поддержаны депутатами.